So go this church, so go the Ukraine. Как дела у этой церкви, так будут обстоять дела у всей страны. Economic revival for the first time in the history of this country. Экономическое пробуждение впервые в истории этой страны. Shall begin in the church. Начнется с церкви. May the Lord bless you. Да благословит вас Господь. May the Lord keep you. И да сохранит вас Господь. May the Lord's face shine upon you. Пусть лицо Его будет сиять на вас. May the Lord be gracious unto you. Пусть Господь будет милостив к вам. And give you peace. И да дарует вам мир. May the works of your hands prosper. Чтобы дела рук ваших преуспевали. May your boldness increase. Пусть смелость ваша возрастет. May your confidence expand. Пусть уверенность ваша расширится. Because this is not your work. Потому что дело это не ваше. This is the work of the Lord. Это дело Господне. And it shall save the city. Оно спасет город. It shall save the nation. И это дело спасет страну нашу. It shall be a light to Europe. И будет светом всей Европе. Rejoice. Возрадуйтесь. It is truly a new beginning. Ибо это на самом деле новое начало. And the building shall begin. И здание начнется. In 12 months. Через 12 месяцев. The foundation shall be laid. Будет заложен фундамент. I prophesy. Я пророчествую. Rejoice in the Lord. Возрадуйтесь, Господи. Let the people rejoice. Да возрадуются люди. Let the people of God rejoice. Народ Божий, возрадуйся. For the Lord is with you. Ибо Господь Бог с тобой. And if God is with you, и если Бог с тобой, who can be against you? Кто может восстать против says тебя? The Lord. Говорит Господь. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Аминь. Боже мой. Мы принимаем это все. Мы есть Твой свет. Мы есть Твое лицо. Мы есть Твои носители. Мы есть оседатели Твоей славы. Мы те, которые распространяют эту славу по всей земле. Через наши действия, через наши успехи, через наши победы, Твоя слава покроет землю. Мы принимаем это пророческое слово. И готовы Господь строить. Как Неемия говорил, мы готовы заседать во славу Твою. И во имя Иисуса Христа. Мы решили поздравить доктора Майнса до того, как он уйдет, потому как он будет считать проповедь. И просто отблагодарить его с его сердца. То есть, я маленький человек. Я неизвестный, но я никто не знает мира. Но все равно, доктор Майнс, который мне годится как отец и духовно, и физически, он приезжает, оставляет все, аннулирует все другие планы, чтобы посчитать нас. Я ему ничего не могу дать. Но он просто приходит, исполняя Божье предназначение. Для нас, для меня, для вас. Я не знаю, чем отблагодарить. Я вообще-то люблю уважать людей, которые уже шли впереди. Они совершили, те, которые совершили те вещи, о которых я только мечтаю.
Я так хочу учиться. И я вам скажу, я всегда это говорю. Один из людей, у кого можно учиться, мне очень тяжело. Мне очень тяжело, потому что у меня много откровений идет. И мне тяжело знать, у кого еще можно учиться нормально, чтобы не голодаться. Вот, доктор Майс, это человек, у которого всегда можно учиться. Так что мы почтены очень. И для доктор Рут тоже. Мы очень благодарны за то, что несмотря на настроение, занятости, она тоже всегда едет вместе с мужем. Мы очень благодарны. Thank you. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. 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 Аллилуйя. I want you to know that I am a part of this church. Хочу сказать вам, что я часть этой церкви. In the spirit. В духе. And your pastor has adopted me as father. И ваш пастор, он принял меня как отца своего. But I tell you that I am inspired so much by his work. Но я хочу вам сказать, что его работа настолько сильно вдохновляет меня. I will take credit for none of this. Так что я похвалу эту не беру себе. But I am deeply proud. I am proud of what the Lord has done. Я испытываю глубокую гордость именно в отношении того, что Господь сотворил. I do want to say to him that a diamond is always hidden first. Я хочу сказать ему, что бриллиант, он сокрыт, его нужно найти. So if you feel like you are unknown, поэтому если ты чувствуешь, что тебя никто не знает, ты неизвестный, that is good. Это хорошее состояние. Because you will be discovered in one day. Потому что однажды кто-то тебя обнаружит. Not one day, in one day. Не однажды, а за один день. The world will know you in one day. Мир узнает о вас за один день. I would like to leave you with a few thoughts. Хочу оставить вам напоследок несколько мыслей. Please turn with me to the book of Genesis, chapter 1. Пожалуйста, откройте вместе со мной Бытие, первую главу. My favorite book. Это моя любимая книга. I would like to speak on the topic Kingdom Come. Я хочу говорить сегодня на тему пришествие царства. Царство приди. Genesis, chapter 1. Бытие, первая глава. I want to begin by reminding you of statements we have made before.
Я хочу начать с того, что напомню вам те заявления, которые я говорил вам раньше. The original plan of God was rulership over earth. Изначальный план Бога состоял в том, чтобы было установлено владычество на земле. So God created a family of sons to execute that rulership on his behalf. Для этого Бог он создал царство сыновей для того, чтобы они могли владычествовать от его имени. His purpose was for his children to dominate the earth for him. И предназначение его состояло в том, чтобы его дети управляли и руководили, владычествовали землей для него. This is God's perfect will. Это Божья совершенная воля. So in chapter 1, verse 26, Итак, в первой главе Бытия, в 26 стихе, God describes his program. Бог, он дает нам описание своей программы. Then God said, и затем Бог сказал, let us make a species called man. Сотворим род, который назовем человек. In our own image and in our likeness. По образу нашему, по подобию нашему. And let them have dominion over the earth. И да владычествуют они над землей. You will notice in verse 26, God specified what man is to dominate. Обратите внимание, что Бог конкретно указывает, над чем должен человек владычествовать в 26 стихе. Birds. Над птицами. Fish. Над рыбами. Plants. Над растениями. And everything that creeps on all fours. И над всем, что передвигается на четвереньках. You will notice that God does not include other humans. Обратите внимание, что Бог не включил в этот список других людей. God did not create man to dominate man. Бог не сотворил человека для того, чтобы он владычествовал над другим человеком. So any activity that controls another human is ungodly. Поэтому любое действие, направленное на контроль человека, безбожно. Whether it is an ideology, является ли это идеологией, whether it's a program, является ли это программой, whether it's a theology, является ли это теологией или богословием, whether it's a family doctrine, является ли это принципами семьи? Anything that controls another human is ungodly. Все что угодно, но если это контролирует другого человека, это безбожие. God himself will not violate this law. Сам Бог не смеет нарушать этот закон. God does not control anybody. Бог не контролирует абсолютно никого. That is why you choose your own salvation. Вот почему вы избираете свое спасение. God provided it for you. Бог это обеспечил He вам. Paid for it. Заплатил за него. He died for you. Умер за вас. He went to hell for you. Опустился в преисподнюю He ради arose вас. Again for you. Воскрес из мертвых ради вас. But he will never force you to receive it. Но он не заставил вас, не заставлял вас принимать это. He leaves you with your own control. Он оставляет контроль над этим вам. He will not control you. Он не будет контролировать вас. That is why, even after you are born again, вот почему даже после вашего рождения свыше the Holy Spirit will not dominate your life. Дух Святой не будет владычествовать над вашей жизнью. You can sin. Вы можете согрешить, with the Holy Ghost, имея Духа Святого on the inside, внутри себя. He will convict you, он будет обличать вас, but he will not stop you. Но он не будет останавливать вас. Why? Почему? Because to control another human, потому что контролировать или контроль другого человека is called witchcraft. Называется колдовство. Demons control people. Бесы контролируют людей. God
is a good God. Но Бог, Он добрый Бог. He respects His own law. Он уважает свои законы. He gave you dominion over the earth. И Он дал тебе владычество над землей. Yesterday, вчера, I said to you that Satan fell because he did not want to be who he was. Я сказал вам, что сатана, он упал, потому что он не хотел быть тем, кем он был на самом деле. That's the same reason man fell. По этой же причине упал в грех человек. In chapter 3, в третьей главе of Genesis, Бытия, Satan approaches Eve. Сатана подошел к Еве. And if you understand his suggestion, и если вы поймете предложение, сделанное им, it was the temptation to doubt who you are. Это было искушение, которое заставляет засомневаться в том, кем ты являешься. It is the most powerful temptation in history. Это самое сильное искушение в истории. To doubt yourself. Засомневаться в себе. It's the source of all sin. Это источник всех грехов. Lucifer was a guardian cherub. Люцифер, он был божественным херувимом. His assignment was worship leader. Его задание состояло в том, чтобы руководить поклонением. He was beautiful. Он был прекрасным. Awesome. Он был невероятным. Powerful angel. Он был могущественным ангелом. He made music. Он писал музыку. God described him. И Бог описывал его as being most beautiful. Как ангел, который несравненной красоты. But he was not satisfied with being a cherub. Но этот ангел не успокаивался на том, что он просто херувим. He wanted to be something he was not. Он захотел стать тем, кем он не был на самом деле. He wanted to be God. Он захотел стать Богом. So he fell. Поэтому он упал. He approaches man. И он пришел к человеку with the same temptation. И подходит к человеку с таким же искушением. He said, и сказал, if you disobey God, если вы ослушаетесь Бога, you will be like God. То будете такие, как Бог. They were already like God. Они уже были тогда, как Бог. They were made in God's image. Потому что были созданы по образу Божию, His likeness, по Его подобию, His nature, по Его естеству, His character, по Его характеру, His very spirit essence. По сущности Его же Духа. They were a part of God released. Они были частью Бога, которая высвободилась. That's what man is. Вот что такое человек. But Satan said, но сатана сказал, if you disobey God, если вы ослушаетесь Бога, you will be like God. То вы будете такие, как Бог. Self-doubt, сомнение в себе, is the cause of all of our problems. Является причиной всех наших проблем. When Satan approached Jesus, когда сатана подошел к Иисусу, in the wilderness, в пустыне, it was the exact same temptation. Он искушал его тем же. Jesus knew he was the Son of God. Иисус знал прекрасно, что он сын Божий. He knew he was the Messiah. Он знал, что он мессия. But Satan's first temptation, но первое искушение сатаны, if you be, если ты the Son of God. На самом деле Сын Божий. Doubt yourself. Усомнись в себе. That is why this teaching about the kingdom is so difficult. Поэтому учение это о царстве настолько трудное. Because we've been taught to deny who we are.
Потому что нас учили отрекаться от того, кем мы являемся. So when we hear teaching, и когда мы слышим учение about who we are, о том, кем мы на самом деле являемся, our religious mind fights against it. Наши религиозные умы пытаются сопротивляться и бороться с этим. But the good news, но хорошая новость, is that you are sons of God. Она заключена в том, что вы в самом деле сыновья Божии. You are sons of God. Вы в самом деле сыновья Божии. You are like God. Вы уже такие, как Бог. You do have the image of God. У вас уже есть образ Божий. And you were given rulership. И вам было дано владычество over the earth. Над землей. When Adam fell, когда Адам упал в грех, please write this down. Пожалуйста, запишите это. Adam did not fall from heaven. Адам не упал с неба. Adam did not fall from heaven. Адам не упал с неба. Adam fell from dominion. Адам отпал от владычества. Hallelujah. Hallelujah. This is very important. Это очень важно. Adam fell from dominion over the earth. Адам отпал от владычества над землей. He did not fall from heaven. Он не отпал от неба. Why is this so important? Почему это очень важно? Because religion, потому что религия believes, говорит и верит, that God wants to restore you to heaven. Что Бог хочет восстановить тебя для неба. God cannot restore something you never lost. Бог не может восстановить то, что ты никогда в жизни не терял. Heaven is not your destiny. Небо — это не твоя судьба. It's quiet. Тихо в зале. Religion, религия, wants to take you to heaven. Хочет вас сразу же отвести на небо. But the kingdom, но царство wants to take you to earth. Хочет вас привести на землю. Religion, религия takes you out of earth. Она хочет забрать вас с земли. The kingdom, царство, sends you into the earth. Наоборот, посылает вас на землю. God cannot restore to you what you never lost. Бог не может восстановить вам то, что вы никогда не утратили. This ministry, это служение, this church, эта церковь, must be different. Должна отличаться от других. This ministry, это служение, this church, эта церковь, this message, это послание, must be different. Должно отличаться. Do not teach people to leave earth, pastor. Пастор, не учи людей, что они должны покинуть землю. Teach them to invade earth. Научи их, чтобы они вторгались в землю. God never gave Adam heaven. Бог никогда не давал Адаму небо. The heavens belong to the Lord. Небо Господу. But the earth he gave to man. А землю он дал сынам человеческим. Every king must have a territory. У каждого царя должна быть своя территория. Every king must have a territory. У каждого царя должна быть своя территория.
Every king must have a territory. У каждого царя должна быть своя территория. A king without a territory. Царь, не имеющий территории, is a king without a kingdom. Является царем без царства. The king is the person. Царь является личностью. The territory is the domain. А территория – это владычество, место владения. When a king is with his territory, если царь имеет свою территорию, it is called a kingdom. То это территория называется царством. When Adam fell, когда Адам упал, he lost dominion. Он потерял владычество. So for God to restore man, поэтому для того, чтобы Бог смог восстановить человека, he cannot give him heaven. Он не может дать ему небо для этого. Restoration means восстановление означает to return to the original. Вернуться к источнику, к началу. Jesus came to restore. Иисус пришел сюда, чтобы восстановить. The Messiah came to restore. Мессия пришел сюда, чтобы восстановить. The Messiah came to redeem. Мессия пришел сюда, чтобы искупить. The Messiah came to reconcile. Мессия пришел сюда, чтобы примирить. Let us read. Давайте прочитаем. A verse you've never read before. Стих, который вы никогда в жизни не читали. Isaiah. Исайя. Chapter 9. Девятая глава. Take a deep breath. Сделайте глубокий вдох и выдох. Isaiah chapter 9. Исайя девятая глава. Is a very familiar, unfamiliar scripture. Является очень известно неизвестным местом Писания. Let us read why Jesus came to earth. Давайте прочитаем, зачем пришел Иисус на эту землю. Hallelujah. Hallelujah. Now most of you religious people. Многие из вас религиозные люди. I'm not talking to you, I'm talking to the person next to you. Я сейчас не о вас говорю, я говорю о том человеке, который рядом с вами сидит. You religious people. Вы, значит, религиозные люди. Father, help me. Боже, помоги мне. Help me, Father. Помоги мне. Protect me, Father. Боже, сохрани меня от всякого зла, чтобы никто в меня не бросил камень. Take a deep breath. Еще раз глубокий вдох и выдох. Put your stones down. Опустите, пожалуйста, камни. Listen. Послушайте. Religious people believe. Религиозные люди считают, that the reason Jesus came to earth, что Иисус пришел на эту землю по одной причине, was to die on the cross. Умереть на кресте. For our sins. За наши грехи. And to rise again. И снова воскреснуть после for our resurrection. Этого ради нашего воскресения. We believe that. Мы верим все в это. We preach that. И мы это проповедуем. Okay. Ладно. Help me, Jesus. Иисус, помоги мне. Jesus never preached Calvary. Иисус никогда не говорил и не проповедовал людям, множеству людей о Голгофе и о кресте. Иисус never told the multitudes about his death. Никогда не говорил множеству людей о своей смерти. Find it in the Bible. Вы сами, find it in the four gospels. Сами разберитесь, it это does найдите. Not exist. В Библии этого не существует.